Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы посмотрим, как Полина забирала себе КПЗ-07RH. Та машина, которая сейчас есть на продаже. Полиночка, огромное тебе спасибо за то, что ты прислала видос. Ребят, да, девчонки тоже играют в танки, это такие себе идеальные невесты для нас, танкистов. Ну, мало кто разделяет нашу любовь к этой игре. Так вот, друзья, вот так выглядят контейнеры КПЗ-07RH. 10 штук стоят 15 тысяч золота, 5 штук стоят 10 тысяч золота. Прямо скажем, не очень дешево. Что касается возможности выпадения машины, то составляет 5%. Плюс, как обычно, разработчики положили сюда талисман на данную машину. И если вы откроете 30 контейнеров, то, соответственно, заберете себе эту машину однозначно. Вопрос только в том, что стоимость в таком случае данной машины просто заоблачна. Что получилось у нашей Полиночки, мы сейчас с вами посмотрим. Но для начала я взял за привычку отвечать на ваши, друзья, письма, в которых вы присылаете мне видео, либо ссылки на свои видосы, здесь непосредственно в самих видео, а не сухим текстом в обратном письме. Так вот, Полин, во-первых, огромное тебе спасибо за то, что смотришь меня, за то, что прислала этот видео, ролик, и за то, что ты являешься подписчиком моего канала. Второе, мне безумно приятно, что тебе нравится мой голос, ты считаешь его красивым, и это крайне лестно слышать. В отношении твоего предположения, что я и в жизни должен быть таким же красивым, здесь я комментировать не могу, потому что, во-первых, не являюсь ценителем мужской красоты, ну а во-вторых, красота вообще, в принципе, дело очень растяжимо. Но я очень сильно надеюсь, что мы с тобой когда-нибудь увидимся, по крайней мере, ты увидишь меня. А для этого всего ничего необходимо, чтобы я включил вебку. А для этого необходимо, чтобы на канале было 100 тысяч подписчиков. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы Полина увидела мое лицо таким, какое оно есть на самом деле, ровно как я показываю танки в своих обзорах, подписывайтесь на канал прямо сейчас. И если вам заходят видео, которые мне присылают в отношении открытия контейнеров, то обязательно ставьте лайк. Ну что, друзья мои, приятного просмотра. Полина, мы будем сейчас глазеть на то, что ты вытворяла с этими контейнерами. Ну что ж, друзья, вот такие вот результаты получились у Полиночки. Ей пришлось открыть все 30 контейнеров. Заплатила она за это ни много ни мало. Да нет, какой там немного. Она заплатила за это, прямо скажем, до хрена. Она заплатила целых 55 тысяч золота для того, чтобы забрать эту машину и камуфляж, который выпал в одном из контов. Причем, обратите внимание, не было абсолютно никаких повторений. Она частично компенсировала потраченное золото. Суммарно она собрала, по моим подсчетам, 7350 золотом. Ну и получается, что в сухом остатке машина обошлась ей вместе с легендарным внешним видом и кучей всякой-всякой всячины в 47650. Мне кажется, что для восьмерки это просто безумно, безумно большой ценник. Ну а вы, друзья мои, поддержите Полину лайком, поддержите комментариями, напишите свое мнение по поводу увиденного. Нравится вам это, не нравится, и что вы считаете в принципе по поводу контейнеров? Стоит их покупать или все же стоит купить
купить товар непосредственно в магазине и не гоняться за котом в мешке. Побежал снимать специально для вас. Полиночка, еще раз огромное тебе спасибо. Целую тебя в лобик. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.